4 года прошло с тех пор, как расы смертных объединились и отразили вторжение Пылающего Легиона. Хотя Азерот и был спасен, от непрочного союза Орды и Альянса не осталось и следа. Пламя войны разгорается вновь. Заточении. Меня изгнали с моей родины. А теперь вы смеете вторгаться в мой мир? Готовы.
готовы! Сын мой, в день, когда ты родился, сами леса Лордерона прошептали это имя. Артас. Дитя мое, я с гордостью смотрел, как ты рос для служения справедливости. Не забывай, наш род всегда правил, полагаясь на силу и мудрость. И я знаю, что ты проявишь сдержанность, будучи наделенным такой властью. Воодушевив сердца своего народа, ты узнаешь, что такое истинная победа. Знай это, ибо когда мои дни будут сочтены, ты станешь королем. Yeah.
Спросить, почему мы сражаемся, это все равно, что спросить, почему опадают листья. Так устроено природой. Но это не главный вопрос. Почему мы сражаемся? Чтобы защитить свой дом и семью. Чтобы сохранить равновесие и достичь гармонии. Для нас главный вопрос: ради чего стоит сражаться? Судьбу. Вы будете завоевателями. И что, Гул'дан? Мы отдадим взамен. Все, что есть. Отвергаешь мой дар?
увидеть твою смерть. Завоевателями!